Когда-то, увидев мои тренировки, один мой друг сказал: не бережешь ты себя. И я очень люблю шашлыки. И каждый раз, когда я ем на один шампур больше, чем то состояние, когда я уже наелся, и выпиваю на кружку пива больше, я вспоминаю теперь его слова. Как прекрасно, врата рая. Прекрасного дня, дорогие друзья, с добрым утром.